Самые положительные впечатления, мы очень рады, я в том числе, что у нас так много поклонников. Пользуясь случаем, хочу их завтра пригласить всех на футбол. Придите, поддержите нашу команду. Впечатление самое положительное, потому что не ожидал, что столько людей придет. И одни, конечно, позитивные эмоции. Приятно, что столько людей приходит, болеют. И очередной раз убедился в том, что нашу команду здесь любят. И большое спасибо нашим болельщикам. Впечатление отличное, да, почаще в таких мероприятиях не хватает общения, болельщики увидели команду, увидели молодых ребят, которым тоже пойдет это на пользу, и будут еще больше узнаваемы, и на стадионе будут поддерживать их еще больше. Очень интересно, побольше бы таких общения с футболистами, фотографий, и я так думаю, людям тоже понравилось, и интересные вопросы были, и люди многие отвечали, знают. Медалист самых аматоров. Прошло все замечательно, даже больше, чем мы ожидали, лучше намного. Это, во-первых, спасибо в том числе и вам. Мы все старались, чтобы все прошло хорошо. Ну, а идея возникла, поскольку сегодня праздник мужской, а что может быть лучше для мужчин, как не футбол, тем более родной футбол, тем более родной клуб, который мы любим, помним тот и сейчас очень поддерживаем, болеем за наш металлист 1925, который всегда будет футбольным символом нашего родного города, поэтому не было даже никаких других вариантов, а только вот команда нашего Харькова родного.